Привет! И я такой медленный сегодня не потому, что я тормоз, а потому, что я в симуляторе скорости новичок. Можно сказать, что я сегодня нуб. И это сегодня, кстати, вторая серия вместе со мной, потому что папа дочки готовят для вас новую серию с розыгрышем. Розыгрышем на 200 тысяч подписчиков. Поэтому, если ты еще не подписан, обязательно подпишись на канал и завтра не пропусти серию. Обязательно в ней поучаствуй. И, может быть, ты выиграешь один из 10 призов. Отлично, ху. А мы давай с тобой попытаемся сделать суперскорость. Смотри, она растет. У меня было спид 6, когда мы только с тобой начали, а уже спид 13. Папа и дочки. Все, бежим, бежим, бежим. Отлично. Короче, здесь, получается, скорость качается за счет того, что ты бегаешь. Чем больше ты бегаешь, тем быстрее ты качаешься. О, сюда мне никак не зайти. Надо 70, короче, там 500 тысяч. Здесь 75 тысяч, здесь 50 тысяч, а здесь 25. 2500, если у меня будет 2500, я пройду. У меня уже 500 почти. Значит, наш чё, у нас с тобой сегодня цель набрать 2500 и зайти вот в эту дверь, посмотреть, что там. А пока мы ждем, мы с тобой исследуем эту карту. Кстати, этот симулятор скорости намного популярнее, чем прошлый, в который играл папа и дочка. О, здесь трамплинчик. А вот там какая-то синяя фиговина есть. Пойду возьму ее. А, да-да, сейчас я возьму. Да что такое? Я не успел, ее забрали. Эх, ну ладно. Но у меня зато уже 20 скорости. Скорость 20. А интересно, какая скорость тут у чуваков? Что? 34 миллиона? С ума сойти. Слушай, это просто реально с ума сойти. 34 миллиона. Это как так? Это он что, тут живет, что ли? Наверное, где-то в этом домике живет. Да что такое, я только бежал, уже забрали. О, я успел перепрыгнуть. Фу! Прикольно, видели, я успеваю перепрыгнуть его. Он шустрый какой. Ладно, уже 1000, смотри, я 1000 накопил. 23 скорости. И смотри, по сравнению с тем, как я был в самом начале, я уже... Во, как бегаю. Прикольно. Кстати, если ты хочешь, чтобы мы потом еще с Аришкой или с Маргариткой поиграли в эту игру, то есть чтобы папа и дочки поиграли, то давай прямо сейчас поставим лайк и подпишемся на канал за 5 секунд. Поехали! 1, 2, 3, 4, 5. Успел? Ну все, ты самый лучший, самый крутой. Все наши подписчики самые лучшие в мире. И, короче, я по кругу уже пробежал, да? Пробежал. 1400 у меня степс, 26 скорости. Отлично, мне кажется, вот эти степсы, они двигаются, чем у меня больше скорости, тем они быстрее двигаются. Это, наверное, метры. О, смотри, никого нет. Успею схватить, нет? Нет, ну что ты, вот ты что такой негодяй, а? Ты что такой негодяй, прямо у меня из-под рук вырвал. Я почти уже поймал эту штуковину. О, сюда миллион надо. Ничего себе, представляешь, целый миллион. Ладно, пойдем посмотрим, что тут еще есть. Так, 1800 степ. Нью. Коды. Новые коды. О, а я не знаю коды. Если ты знаешь какие-нибудь коды из этой игры, напиши в комментариях. Мне будет интересно почитать, и я их введу обязательно. Так, что на здесь? 500... О, ящик, смотри, какие-то ящики еще тут есть. Ничего себе. За робоксы. За робоксы мы не купим. За 250 степ. О, давай откроем ящик. А что здесь будет? Да. Смотри. Ящики можно... И чё это такое? Давай посмотрим мой инвентарь, что ли. Чё это? Синяя фигня какая-то. Одеть синюю фигню? Мультиплеер, что-то такое. И... А, у меня сзади хвост синий. А, я с синим хвостом, наверное, и скорость стала больше. Наверное, ладно. Ну, мы, короче, с тобой купим 1000. О, вижу розовое, давай. Давай, болеем за меня, успею я добраться или нет. Успею или нет, успею... Я опять не успел. Ну что ж я такой медленный, а? Ну что ж я такой тормоз? Ничего не могу поймать. Я, наверное, поймаю только тогда, когда прям передо мной появится. Эй, ребята, ну что вы все берете? А я? А как же я? О, 2500, все, пойдем, пойдем, пойдем. 2500, заходим и... Есть! Смотри! Нас перенесло на новую карту, прикольно. Что тут, снеговики какие-то? Туда нельзя перепрыгнуть, это конец карты. Сюда. Тоже нельзя. В общем, спрыгнуть с карты нельзя. О, здесь я сейчас соберу. Вот это что такое? Это что такое? Оп. 150 сразу. Ура! Мне досталось. Оп, еще 150. Это 75. Ура! Эй, ну чувак. Так. Да что такое? О, кубик. Я первый.
А чё не дают? Я хотел снять кубик. Бежал, хотел. Стал самым первым, кто до него добежал, а его достать-то нельзя. Да, безобразие, короче. О, белый. Забрали, ладно. Вон еще один белый. А, красный. Хватаем. Есть, 150, отлично. Хватаем. Есть, еще 150, отлично. Супер, отлично. А я не помню, сколько мне теперь надо накопить этих степсов. Да. Так, еще. О, так тут каток, что ли? Нет, не катается, жаль. Я думал, о, еще хватаем. Отлично, раз, 75, 150, супер-пупер. О, вон там наверху есть. Есть, 75. Кстати, ты заметил? Смотри, у меня уже вообще приличная скорость по сравнению с тем, что было, когда я только сюда зашел на эту карту. Вообще, у меня уже скорость 59, супер. Чух, есть, я у девочки забрал прямо перед носом. На кого она похожа? А, просто девочка. От первого лица, смотри, как быстро носится. Вау. Прикольно. О, от первого лица тоже прикольно бегать. О, вижу, вон. И есть, сразу сюда. Есть, теперь сюда. Есть, я все успел забрать. Че, все сюда уже куча народу пришла. Во, видал, какая у меня супер скорость. Юху, еще есть. Джойн, короче, мы куда-то, смотри. Мы на соревнования. Все, я погнал. Эх, я не первый. О, да я вообще отстал. Помогите. Все, меня перенесло на начальную карту, даже разваливать не пришлось. Так, во, смотри, красная, успею я теперь ее взять или нет? И сколько дают? 100, хорошо, 100 мне нравится. Так, здесь переход 500 тысяч, здесь 75 тысяч, 50 или... О, целых 50 тысяч надо накопить, это много. 50 тысяч это много. Какой-то город. А, нет, нам туда не надо пока. Давай зелененькую возьмем штучку. Сколько она дает? И... Бац! 75! Нормально. Короче, степсы лучше копить там. Там дают по 150, по 75. Хотя и здесь у меня уже скорость, смотри, прилично. Видимо, все самые крутые находятся в других картах, которые вообще носятся с дикой скоростью. У меня пока такой нет. Но все равно, смотри, вот. Вот так. На крышу как-то можно. Смотри, там на крыше эти штуки есть. Вот мы сейчас с тобой посмотрели. Там на крыше есть всякие штуковины. И тучки есть. Прикольно. Так, это сколько? 2500. Это 25 тысяч. Что, потратим? Давай 2500 потратим. Что там будет? Давай. Открываем. Итак, тык. Шляпа! Да у меня вроде хорошая шляпа. Давай посмотрим, что она дает. Так, сейчас. О, это телепорт в центр карты. Так, смотрим инвентарь. Одеваем. Ее просто одел и... У меня прыжки улучшились, смотри. Так, на дерево. Что? Я на крышу забрался. Шляпа тема. Тема, дружище, шляпа это тема. Прикольно, я теперь могу по зданиям прыгать. А ну-ка, давай со здания на здание, погнали. Ю-ху! Есть! Вау, так. Сюда не допрыгиваю, ладно. Ничего страшного, сюда, поскакали. Сюда, теперь отсюда, теперь вон туда. Ю-ху! Бам, промазал, ничего страшного. Короче, шляпа, это круто, мне понравилось. Так, увеличиваем 50 степсов. Так, что значит степ, кстати? О! На стартовую площадку. Короче, я телепортировался на соревнования. Может, я буду один? А, размечтался, смотри, тут супербыстрые появились. Я тут думал, сейчас буду первым. О, кстати, у меня след шляпа еще, смотри, прикольно. След шляпа, я помчался, я буду первым. Нет, ну зачем вы бежите вперед? Я так хотел быть первым, мечтал просто. Ладно, полезу я с горя на здание. И запрыгнули наверх. Так, куда мы сможем перепрыгнуть? Так, сюда сейчас залезем. Сюда залезем. Я, кстати, когда смотрел сверху, видел на крышах всякие штуки, а сейчас их нету. Безобразие, стащили, короче. Стащили всякие штуки. Ю-ху! А, вот красное хватаю и есть. Во, есть 200. Красный 200, голубенький. И давай от первого лица. Короче, для тебя... О, еще зеленый 200, а зеленый сколько лет? 150, а это сколько? Ну-ка. Розовый 100. Короче, давай челлендж. Вот желтое здание, да?
желтое здание. На скорости сейчас мы бежим вокруг всей карты. Вот так вот по кругу сейчас пронесемся. Готов? Давай, ты считаешь, а я побежал. И потом напишешь в комментариях, сколько мне потребовалось секунд, чтобы вернуться к желтому зданию. И я тебе... Хотя нет, я-то не могу. Я папу дочек попрошу, чтобы он поставил тебе сердечко на твой комментарий. Сколько секунд я бегу, так и напишешь. Ты бежал, например, там столько-то секунд. Готов? Раз, два. Челлендж начинается. Три! О, трамплин, так, я бегу. А ты считай секунды, считай секунды. Сколько мне потребуется, чтобы бежать? О, прыжок, я могу прыгать. Быстренько сворачиваем. Так, уже пробежали четверть круга. Бежим. Полкруга вот сейчас будет. О, девочка навстречу, лишь бы не врезаться. О-хо-хо-хо, хватит. Бежим, полкруга пробежали. Осталось еще вот этот и следующий поворот. Давай. Эй, кто-то меня опережает. Хоп, и вот, все, сейчас финиш будет. Напишешь, сколько секунд я потратил. Давай. Не, чуть-чуть. И зелененькая. Все, я добежал до желтой стены. Все, я надеюсь, что ты посчитал, сколько. Ну, или посчитала, потому что меня смотрят девочки, меня смотрят мальчики. Я очень рад всем зрителям. Сколько секунд, напиши комментарий, получи сердечко от канала. А я с тобой прощаюсь. Если хочешь еще этот симулятор скорости, обязательно напиши. Папа, дочки поиграют вместе со мной. И, кстати, у меня к тебе большая просьба. Напиши папе, дочке в комментариях, чтобы он сделал мне лично свой канал. Там, где буду только я проходить в игры, делать всякие челленджи там, я не знаю. Короче, чтобы только я был, чисто мой канал, без папы и дочек. Ну, если тебе не жалко, конечно. Если не жалко, напиши, пожалуйста. Все, я с тобой прощаюсь, пока, а я еще побегаю. Пока-пока.